Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, некое продолжение истории с Антошей Поддубным. Как мы его называем, таракан. Голубенький таракан. Заднеприводный таракан. Вот много таких, ну, таких красивых эпитетов. Да, прямо мы воздвигаем его постамент. На самом деле, действительно, мелкий противный мужичонка да с отвратительной рожей, с отвратительным голосом, с огромным самомнением, да, зачем мы уделяем ему время, а, друзья мои, а, потому что подход такой, да, если на вас нападают, вы или резко отвечаете, так сказать, если таракан вылезает, вы его бьете тапком, можно его игнорировать, можно, вот два подхода. Я наблюдаю за, за этим событиями, да, вот тут мне а, почему я тут еще один ролик по этому поводу строчу а, Некая женщина, Ирина Подзорова, да, по-моему, Подзорова, да, у нее есть там канал, она о мистических каких-то делах тоже разговаривает, ну и она смотрит, видимо, меня, и там в комментариях там на меня таракан тоже напал, да, там как бы, ну не так, не, не так, она повежливая, сказала она, вежливая женщина. И, значит, по этой ссылке я вышел, и там у нее там несколько роликов, посвященных вот этому, так сказать, э, этому Антонио... Антонио по-итальянски будет. Антонио Тараканеро. <с> Антонио Тараканеро. Просто... Ну, ладно, хватит. И вот оказывается, что этот таракан, он ведет вот такую, вот как они всегда ведут такую работу, знаете, как бы они проникают в здание и насыщают везде по кухне, по мусоропроводам, везде по всем ведрам они как бы проникают. Им главное дать эту лазеечку, питание. И вот они проникают и начинают. То есть, как я вообще за, за творчеством Антонио, так сказать, тараканеру я не слежу, потому что он сам пришел как-то на мой канал, что-то какие-то э, свои высокомудрые. Сначала вежливо писал, потом начал Хамски писать. Я его, так сказать, послал в одно место тапочком, то пеук Да, потом он какие-то видео начал про меня делать. И я каждый раз просто отвечаю ему. Отвечаю нормально. Ему это в кайф, да, потому что э, тараканы, они хотя обичивые, он понимает, что к нему на канал приходят люди, кого-то он цепляет и начинает жрать их подселяет своих личинок в печень и пожирает желтую энергию удачи. Если у вас удачи полно, вы можете идти к Антонио Тарканьеру, смотреть его видео и подцеплять личинки, становиться таким как бы инкубатором для на полном серьезе. Это не то, что как бы фигуральные выражения, что какие-то там личинки. Самые настоящие. Самые настоящие. Хотите отдать свою печень? Не это, не пропить ее, а отдать ее Антонио и вот его этому таракане Мурою. Пожалуйста, это ваше дело. Но он цепляет и, так сказать, каких-то масштабных блогеров, я не имею в виду себя там, он и там Ксению Меньшикову там, всех вот, всех эзотерических блогеров, он по, по, кругу бомбит, себя возвышает, их, значит, опускает, разоблачает различным образом, потому что он гений, он там карты угадывает и кубики в это возбрасывает. Это называется магическая работа. То есть, если вы, он, наверное, купил книжку, так сказать, как стать фокусником за три дня, и там, наверное, карточные фокусы, и вот он их их применяет по полной мере И говорит, что это великое прозрение Великая магия Ну вот, я не смог посмотреть полностью ролики Ирины Прозоровой Где она там посвящена, посвящена Потому что у нее там стримы, по-моему, минут по 40 И там разбирается в тонкости Кто чего кому сказал Кто кому там обзывался Целый, целый такой процесс Мне, честно говоря, не досуг Я так пролистал, думаю, понятно а Женщины, как говорится ну, ищущие что-то там разбирают, но вот таракан их зацепил и пытается тоже пожрать. Они ведут с ним эту борьбу. Ну, так как вы думаете, вот, друзья, я больше к вам обращаюсь. Вот как действовать с тараканами? Я действую, получается, методом тапка. Достаю его и, как говорится, как только он высунет свои усишки, я ему щелк ну, свое, своего рода, естественно, в так, так сказать, в виртуальном смысле. Ни в коем случае трогать его там. Слишком он плохо пахнет, да, там магически на него воздействовать, раздавить. Нет, он является хорошим примером, опытом, да, для нас э, некой такой плохое слово прививка. Но во всяком случае мы смотрим на него и понимаем, э, как как вот эти тараканы проникают в нашу жизнь, потому что они бывают и среди наших знакомых своим поведением они вторгаются в нас и начинают пожирать нашу энергию. То есть он хороший пример, да? как бы лабораторный такой вот э, пример для нас, кто учится. Не очень сильный, но, но противный. И вот к нему притрагиваешься, и вы понимаете. Потом подобную энергию вы чувствуете в других людях, да, уже не, не таких, не блогерах, а просто каких-то, да, и вы понимаете, ага, у вас загорается э, красный свет и сигнал «стоп». Понятно, с ними вступать в перебранку не надо, их только тапок, только тапок. В ответ жестко и вышвырнуть из своей жизни. Или да, или некоторые блогеры просто игнорируют его. Ну, что там, шевелит, там это там, он там усами шевелит и что-то еще там, как в сказке, в, да, в стихах Корней Чуковского. Но бывает, друзья мои, бывает, вот когда не обращаешь внимания на таких тараканов, они проникают и очень высоко. Вот как у нас сейчас, как вы думаете принесите вы мне звери ваших дедушек, я их сегодня за ужином скушаю. Если бы когда-то, да, вот этому, условно, да, говоря, таракану давали тапкам, то он, наверное, ну, во всяком случае, таких высот не достиг и не достиг таких рычагов власти и на влияние на всю нашу жизнь. Поэтому как вы думаете, правильный метод? Игнорировать? Потому что мне пишут, да что ты там с ним вообще? Да кто, зачем там вообще о нем разговаривать? Только ему популярность набираешь. Нет, не популярность. А, наверное, уж если он появился в моей жизни, я его не приглашал. Да, то нужно всегда давать ну, вполне резонный, жесткий и быстрый ответ. Поэтому... И вот Ирина, там и еще там у нее подруги-блогерши. Ну, тоже, видите, они слих схлестнулись. И тоже посмотрим. Интересно, интересно. Вот такая возня, мышиная то есть тараканья возня. Ну и мы тут сверху с тапком наблюдаем. Все, пока.